Бронзовый кубок вручен владельцам. На этой неделе из Федерации хоккея Свердловской области был доставлен кубок и медали для игроков команды «Урал-09». Десятилетние спортсмены в играх областного тура всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» имени Тарасова завоевали третье место. Заслуженные награды юным хоккеистам вручал глава города. Команда «Урал-09» практически полным составом чаевничала в кабинете главы города. Сидя за одним столом с мэром, говорили о хоккее и звездах МХЛ. Мне кажется, Колаш лучше всех. Да. Повод для такого чаепития вполне достойный. Благодаря упорному труду на тренировках ребята в сезоне 2018-2019 стали бронзовыми призерами областного тура соревнований «Золотая шайба». В силу своего возраста участникам команды примерно по 10 лет немного не дотянули до золота. Да, конечно, доволен результатом, но хотелось бы быть первыми. Все было в наших руках. Просто дети есть дети. Бывает, что игру играют, следующую игру не могут собраться. Все молодые еще где-то не хватает. Где-то, может, характер еще не до конца воспитан. Однако это еще не окончательный результат. Два участника команды «Урал-09» попали в сборную Свердловской области. В начале апреля Илья Жданов и Кирилл Вяткин в Сочи будут бороться за золото всероссийских соревнований «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Хотелось бы отметить вообще всех ребят. Вся команда работала, тренировалась упорно. Все равно этот результат мы достигли все вместе. Капитан команды Илья Жданов в этом сезоне забил 43 шайбы. Впечатляющий результат даже для взрослого хоккеиста. Кроме того, Илья чувствует и ответственность за настрой команды. Всегда их подбадриваю, никогда, если они чем-то недовольны, говорю, ну, все получится у вас. Немаловажно в этой победе и поддержка родителей. Администрация города тоже не остается в стороне. Через полтора года в Ирбите откроется ледовый дворец, и тогда будут созданы все условия, чтобы становиться абсолютными победителями. Лариса Воложанина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев. НТС Ирбит.